Самый романтичный день в году уже подмигивает из-за угла. Значит, время для нежных премьер. С 14 февраля в кино «Лед 3». Надя выросла и не может представить свою жизнь без коньков. Она мечтает о Кубке льда, но тренеры пророчат ей только второе место. Параллельно девушка знакомится с дерзким хоккеистом, и между ними вспыхивает любовь. Вот только отец Нади против этих отношений. Поборется ли молодая фигуристка за первое место и свои чувства? А также в День всех влюбленных в прокат выйдет фильм «Между нами лето». Отдыхая с родителями в санатории, Саша решает испытать удачу и идет на прослушивание для участия в местной постановке. И его берут на главную роль. Саше в пару достается красавица Полина. Молодых людей тянет друг к другу, и они влюбляются. Вот только на пути Саши встает Миша, который не гнушается самых грязных методов, чтобы Полина в итоге была с ним.